Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды в студии Виктория Царева. Весна пока не спешит вступать в свои права, и мы смогли в этом убедиться, когда в середине марта выпал снег. И 20 числа ожидается такой же сильный снег и пасмурное небо на протяжении всего дня. На дорогах снежные заносы, гололед, а вместе с этим и понижение температур. Ну а прямо сейчас узнаем подробнее, что нас ожидает в этот вторник. На севере страны небо будет хмурым, и на протяжении всего дня будет идти снег. На термометре здесь от 7 до 4 градусов мороза. Не отличится погода этот день и в центральных районах. Здесь с самого утра и до позднего вечера будет идти снег. Столбики термометров опустятся утром до минус 6, а днем поднимутся до минус 3 градусов. На юге страны синоптики предвещают сильный снег. А что касается температуры, то тут она не такая уж и низкая. Дневной максимум составит минус 2 градуса. Ну а в Кишиневе тоже пройдет сильный снег. Вместе со снегопадом ожидается и гололед, поэтому водители и пешеходов призывают быть предельно внимательными на дорогах. Температура воздуха утром составит 6 градусов ниже нуля, а днем до минус 3. Напоминаю, что по-прежнему действует желтый код метеоопасности, который продлится до 22 марта. И это пока все о погоде в Молдове. А какая же погода ожидается в европейской части, узнаем прямо сейчас. В Киеве этот день будет морозным и пасмурным, правда осадков не ожидается, здесь от 12 до 6 ниже нуля. А вот в Москве, на удивление, температура воздуха днем составит всего лишь минус 1 градус, и весь день будет ясным. Затянуто небо грозными тучами и пройдет снег в румынской столице, здесь от минус 3 до 0 градусов. Ясная погода в Риме утром сменится на пасмурную и пройдет дождь. Дневной максимум составит плюс 12. Не понадобятся зонты парижанам, несмотря на хмурое небо, а температура будет немного выше, чем в выходные, плюс 2-7 градусов. Немного дождливым выдастся утром в Барселоне, но к полудню он закончится здесь от 7 до 14 тепла. А в Стамбуле в этот день ожидается ясная и достаточно теплая без осадков погода, плюс 13-15. В Лондоне, как всегда, пасмурно и дождливо, а днем температура воздуха максимум прогреется до плюс 7 градусов. Это все о погоде на 20 марта. Хорошей недели и до завтра.